Итак, я рад приветствую, мои дорогие друзья, с вами Модем Игровой, играем с Слендерина Free Version, друзья. Сегодня последняя часть, последняя миссия, ну давайте продолжим, не будем медлить. Три прошли, все прошли, сверху три и последняя, четвертая где-то в каком-то страшном, блин, лесу. Погнали, найзя, погнали. Так. Видимо, нам нужно выбраться с машины. Да, your car is but pop. С машины нужно уехать, короче. Так, давайте, как всегда, увеличим курики. Ну что ж, погнали искать 6 деталей, блин. В лес. Давайте-ка пройдемся так вот по периметру сначала же. Фуа. Ип. Так, ну что, ничего нифига здесь нет, пока что. Пока что. Ну, пока что. Так, хорошо, нифигашеньки здесь нет. Так, камни, фигамни. Опа, нифига себе, нашли какой-то... Ох, ёмана, чё это? Не понял я, что-то не понял. Так, первое есть. Чик. Ё-моё. Скотобаза. Да блин. Что ты так много появляешься? Хорошенечко. Так. И 5 деталей, блин, это не так много, но в такой темноте, блин, В такой бешеной темноте, блин, не так уж и мало. И это всего лишь изи, друзья, легко. Напомню. Здесь что-то вообще есть. Иди ты. Я уже начинаю привыкать. Опа, что-то еще светится. Здесь ничего не может быть? Нет. Ничего там нету. Это, видимо, свеча. Вторая деталь. Счастье-то какое. Чё за фигня? Давай, значит, в следующую сторону карты пойдем. О, а это что еще? Это уже интересненько. Блин. Задрала, бля. Так. Ладненько, вот какой-то лабиринтик непонятненький. Пройдемся, прошвырнемся, пройдемся, увидим, глянем, посмотрим. Каждый куточек. Здесь можно выйти вообще? Только не надо вот этого делать, а? И не дай бог здесь хоть что-то. Не дай бог, я зря сюда приперся, блин. Блин, это вообще... Можно сломать там что-то? Да иди нафиг. Ничего не оставила, скотина. Хорошо. Хорошо, блин, вообще без базара, вообще не парюсь. Могу и пройти, мне не лень.
Ну, и чё здесь? Ты мне хоть что-то дашь? Нифигашеньки здесь нету, да? Я так и понял. Я так и понял, Хаба. Да иди нафиг. Уйди. Уйди отсюда. Бесполезная дрянь. Еще где-то 4 хоть надо. 4 хоть. Хоть еще одну какую-нибудь. Ну и блин. Даже вообще не камильфо. Хожу по лесу, блин, не нафиг. Я тебя вообще не воспринимаю всерьез, если честно. Так, и чего я могу здесь найти-ка? Кстати, друзья, я напоминаю, что это самая первая часть Слундрин. Опа. Может, ничего нету вокруг. Нашли что-то. Колесо, видимо, да? Не напугало. Так, ну хорошо, давайте дальше пройдемся. Что там, или там уже все, тупичок. А нет. Прошвырнемся, пройдемся, прогуляемся. Так, блин. Так, там, видимо, все уже тупичок. Значит, идем сюда, назад и где-то в эту сторону. Как-то нам нужно хоть как-то что-то найти еще. Как бы. Как бы что-то найти нужно, но, видимо, у нас нифига не получается. Как вы, друзья, заметили. Как и я заметил. Опа. Да блин. Мы здесь были, видимо. Да задрали. Нифигашеньки здесь нет. Хорошо, давайте вот так. Вот. Да блин. Мразина. Вот так буду переть и все. Блин, я ж был здесь. Иди в жопу. И чего здесь может быть? Прям идеально, прям вообще, блин. Прям замечательно. О, офигеть, я даже не заметил, офигеть, блин. Это реально, блин, западло. Бензинчик. Еще две, друзья. Да. Ох ты. Ох ты. Да. Еще на руль, ну, он нужен, видимо. Потому что руля еще не было. Свеча была, бензин был. Аккумулятор был, наверное, и колесо было. Вах. Такие деревья, блин. Фу.
Хорошо, я просто буду ходить, я просто хочу играть вечером. Мне это нравится на улице гулять вечером. Мам. Вообще ничего не глушь. Ух ты, ё-моё. Увидели, друзья? Опа. Наша тачечка. Ну это нам вообще никак не помогает. Так. Так. Буду идти играть, буду идти ходить. Буду бежать. Гулять буду, что здесь? Не маленькая карта, блин. Бич. Эх. Да блин. Не мешай. Так не могу нифига найти. Где? Что? Что-то вижу, бежим. Что-то вижу. Опа. Это ключенцы. Забрали. Теперь давайте сюда. Нам надо здесь тоже как бы походить. Опа, блин, наконец-то. Я видел там на заставке вот такой домик был. Я не мог никак его найти. Иди в жопу. Так. Вокруг нету. Ё-моё. Не надоедай. О, наконец... всё, на... за еду я. Сматываемся туда. Вот такой по прямой буду лупать. Вот здесь, вот так. О, вот так вот. А ну-ка, угадаю или нет? Давай, лупаш. Эх. Буду, наверное, так долго идти. Идем мы с пятачком. Большой секрет. И не скажем мы о нем. Привет. Пока привет. Или иду я возле деревья, деревья страшные, нет ли ёмана. Опа, машинка моя, люби моя, и я брин, и погнал. Айс. Так, что ж, друзья, вот прошли мы, блин, четвертую серию, это финал, это последнее. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и ждите все серии, ждите все. Короче, заходите, смотрите, нравится, подписывайтесь. Ну, а с вами был Модем Игровой, всем удачи и всем пока, друзья!